Никого. Значит, телеграмму не получили. Конечно, пока здешний почтальон дойдет от станции до колхоза, дайте мой плащ. И чемодан тоже. Клянусь, я вас видел где-то раньше. Вы снимались в кино. А зачем вам знать это? Вы для меня случайно попутчик по купе, вот и все. Эх, вам еще ехать и ехать, а я вот уже приехала. А, наверное, чертовски приятно приехать в родные места через 20 лет. Такой. Какой? Ну, такой. Клянусь, я не смогу забыть волос твоих стеклянный дым и глаз осеннюю усталость. А мы с вами не пили на брудершафт. Так это стихи. А вы занятный малый. Не ставь, здесь грязно. Ой, опоздайте. А ну, кругом, кругом, шагом, марш. Есть. Желаю вам творческих успехов. Не поминайте лихом загадочную блондинку. Есть не поминать лихом, Нонна Павловна. Настя. Филимон. Филимон Кузьмич. Настя. Здравствуй, Настя. Здравствуй. Настасья Пантелеймоновна. Ну, пошли. Пошли. Ну, как добираться будем, а? А вот бричка. Ты уж меня извини. У нас тут ни Москва, ни троллейбусов, ни такси нет. Да ну тебя. Ой. Смотри, ухаживать научился, а? А как же? Но, Буран! Но пошел! Скажи, Филимон, сколько же мы с тобой не видались, а? Лет 20. Больше. Батюшки, ты подумай, 20 лет. Да. Ай. Но. Даш писал, что ты во время войны майором был, за границей побывал. Да, и майором был за границей. В Венгрии. В Венгрии? Угу. Что же, опять вернулся в эти места? Так куда ж мне вернуться? У меня тут жена, дети, да и сам я изначально землероб. Был просто смешной и глупый, если бы я... Чего? А, ничего. Чего? Живете-то как? Ничего, живем помаленьку, работаем. Понятно, понятно. Ну, а как ребята? Но. Ребята растут, учатся. Понятно. А Саша, дочке уж, наверное, лет 16. Но. Больше? 18. О, ровно столько, сколько тебе тогда было, помнишь? И похож здорово на тебя. И по обоюдному согласию с женой назвали ее в твою честь, честь тетки. Настя. А ну, Буран! А ну! Ой, голова кружится. Стой, Буран. Ой, жухари. Скажи на милость, та сосна? Вроде та. Помнишь? Помню. А помнишь последнюю ночь этой сосны? Ты все говорил, просил остаться, не уезжать. А ты все-таки уехала счастье искать. А потом писал, ни на кого не глядят мои очи, а
очи-то углядели мою сестренку и довольно быстро, а? Ну, а ты замужем? Нет. Настя, поехали, Настя. Даша ждет. Даша, Настенька, сестричка ты моя дорогая. Настенька! Даша, Даша, милая, да что же это с тобой, а? Что со мной? Что со мной? Я не пойму, ты вроде какая-то старенькая сделалась. Да ведь ты же моложе меня, Дашенька. Ой, моложе, моложе, почти на 3 года моложе. Да вот видишь, ребятишки, забота. Настя, Настенька, Настенька. А ты-то какая красавица, любоваться тобою можно. Вот. А ты куда это? Я поехал. Ему на работу пора. Да что ж мы тут стоим-то, Настенька? Настенька, пойдем в дом. Ну, ура, ну. Господи, что ж, я полбасильная, что ли, какая-то? Да не жаль, чего ты берешь? Да не устала ведь ты с дороги. Я не устала. Отдай, ну не дай мне. Ай, господи. Смурн, у тебя как, все хорошо? Это в каком смысле? Ну, не обижает он тебя? А, нет, ну, а чего же ему меня обижать? Ведь я же тоже работаю. Ну, все работают. А мужики теперь пошли какие? Гордые, только и норовят, что вот. Кое-что у тебя чисто девичьи, не стареешь нисколько. Как же ты убереглась? Время-то ведь никого не жалеет. Господи, ведь как вспомню, как я плела с ребятишками да с коровенкой кругом огонь, дым. Ох, я тоже устала от московского шума, толкотни. Отдохнешь. У нас тут тихо, воздух чистый. Покушал бы чайку, попила бы, а? Я так рано не кушаю. Да какой ж рано, 7 часов. Нравится? Хорошо. На. Да что ты, Бери берет, я тебе везла. Спасибо. Спасибо. Ой, батюшки, сколько тесно, набито ж всячески. А как же? Надо ухаживать за своим лицом. Лицо для женщин – это все. Ну, покажи. Ну что, ничего, у тебя кожа свежая. Только пообветрил немного. Если дать ему уход… Да куда там? Вот этим машь на ночь. Спасибо. Кто это у вас книжки читает? А у нас все читают. Что, и ты читаешь? Да я все больше про телят. А Филимон ругается, тебе говорит, надо расширять свой кругозор. Вот эту книжку велел прочитать. Ну и что ты прочла? Нет еще. А что, Филимон сильно сердится? Да, у тебя, говорит, дети растут. Вот, ему бы пожалеть тебя надо. Ох, вот мужики, вот мужики. А! Тетя Даша, что ж вы не идете? Ветеринар приехал. Председатель сильно ругается. Ты уж меня извини, мне на ферму надо. Сегодня у нас прививка. Ступай, ступай. Дети встанут, кушайте, там все приготовлено. Да ты не беспокойся, я ведь воспитательницей работала 1/2 года. В детском саду. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я иду совсем. Куда я спрятались, а? Куда я спрятались? Дети!
Дети, где это дети, а? Ага, где это? Нет. Ага, попали? Саша, где это Саша? Саша? Где это Саша? Где же это Саша? Ах, вот он, Саша, вот он! Золотенький мой, золотенький! Она миленько, когда он кровать хваляется. Она не делает старшим замечания. Давай, миленький. Ой, больно, ну тебя. Ну что ты, сейчас тетя на речку пойдем. Не родителей навестить надо. А ну не реви, на, убери стола. И возьми хлеб для птиц, поняла? Сюда. Кто приехал-то? Ведь Настя Самокрутова. Да ну иди скорей. Ну чего тебе? Какая хорошая, нарядная, исправная. Видать, должность занимает. Здравствуйте. Вот уехала в город, ты гляди, какая стала. А мы тут что? Да ладно, притворяться, тетя Коль. А тебя здесь мужики не любят. Чего? Дай сюда! Знаешь? Нет, я больше романсами увлекаюсь. Белые наступают, давай играй чего-нибудь такое. Вперед! В атаку! Ура! Очень хорошо выступаете, браво! Вам понравилось? Очень! Замечательно! Замечательно! Спасибо! Не могла не зайти в этот клуб. Девушка, я тоже на этой сцене выступала. У нас режиссер был в драмкружке, со станции приезжал спектакли ставить. Так вот он мне как-то сказал, вы с вашей красотой, Мадонна, далеко пойдете, только не продешевите вашу красоту. Ларису играла в пьесе Островского «Бесприданница». Вещь, я вещь. Наконец слово для меня найдено. Ой. Какая красивая. Вам нравится? Очень. Могу уступить. Спасибо. Только нету другую, новую, такого же качества. Она к тебе очень пойдет. Только причесочку ты сделай другую. Здесь вот локоны, как у меня, а тут вот так подвернуть. Приходи вечером к Овчинниковым. Косыночку забыли. Ой, простите, не познакомились. Нюра. Нонна Павловна. Нонна Павловна. Которая в нашем клубе представляла мировую революцию в красном платке. Федька Фонарь, спасибо! Конечно! У, шайка-лейка! Ну-ка, дайте-ка мне причаститься! За успехи! Пусть они ревнуют! Встретил бы на улице, но ни за что бы не узнал. Ну да, так и не узнал. Что же это я? Постарел, что ли? Нет, ничего. Как говорится, все детали на месте. Настя! За молодость нашу! Помнишь, как рожь горела? Ну а как же Груня? Она же далеко уехала. Ой, молодежь! Пьем за молодежь! Перед ними открыты все дороги, а? Пьем, 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 пьем. За сосну? Сальца немножко. Соли мне, пожалуйста. Сестренка моя дорогая. Надя,
Ты откуда? Из Австрии привез. Забыть волос твоих стеклянных дым и глаз осенней усталости. Это стихи. Так ты помнишь ту ночь? Как ты просил меня остаться и уезжать? Ты даже плакал. А ты был красивый парень, Филимон. Дурак. Даша спит. Граждане, граждане, ну почему это? Чего это он? Да спать захотел. Давно надо было уложить. Ты на сына Валю постелила? Постелила. Что, волнение-то сегодня было? Ой, председатель ругается, не разобравшись. Уж спасибо, ветеринар ему разъяснил. Ты уж чересчур скромна. Не можешь за себя постоять. Папа, тебя тетя танцевать зовет. А ну, Машин сыновал. Быстро. Папа. Таня. Дочка, пошли. Спать, пожалуйста. Давай, Иван. Помнишь, как мы с тобой, бывало, вот так все ночи напролет просиживали, а? Ой, за день наработаешься, рук поднять не можешь. А все говорим, говорим о счастье, о судьбе, о парнях. Да, судьба у нас с тобой разная. Вот ты в девушках преимущество передо мной имела, старше была. Филимон за тобой ухаживал, когда я совсем еще девчонкой была. И теперь, опять же, ты в превосходстве. Моложе младшей сестры. Я не завидую, нет. А чё завидовать? Как же ты жила все это время, Настенька? Как жила? Эх, попал я сначала на строительство железной дороги. Если б не десятник один, узнала бы я, почём фунт лиха. А десятник этот красивый парень. На Филимона немножко похож. Ну, стал он за мной ухаживать. Сначала все облапить старался. Но потом понял, что я не такая. И посватался вполне серьезно. А я подумала, а зачем я за него замуж пойду? Господи,
жить на строительстве, в палатках или в бараках, то еще дети пойдут. Обмывай их, носы вытирай, да свертывай еще работой. Носилки таскай с песком. Нет, думаю, это не для меня. А тут как раз санитарок набирали в больницу учить на медсестер. Я туда. И познакомилась я там с одним человеком. Звали его Аркадий Муар. Интересный такой мужчина. Средних лет. И стал он меня в Москву звать. Ой, сердце мне так и заныло. Сижу, бывало, все думаю, как быть, как быть. А на дежурстве, господи, больные, капризные. То их корми, то горшки таскай, но ни минуты покоя, сил моих нет. И махнула я с ним в Москву. У него отдельная комната в центре города со всеми удобствами. Помню, как сейчас купил он мне туфли, платье. Обещался пальто купить. Ну, а дальше что? А дальше имела я неприятность от этого Муара. Эх, спасибо, женщины научили, а то осталась бы я одна с ребеночком-то на руках. А тут еще война, представляешь? Я все-таки санитарка, того и гляди, в армию заберут. Ой, я туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И предложили мне работать в детском саду. Ой, Филимон! Помнишь, Даш, как мы с тобой бывало дразнили? Филька, Филимон! Филька, Филимон! Садись к нам, я про жизнь рассказываю. Хочешь послушать? Ага. Так вот, предложили мне работать в детском саду. Он эвакуировался в Самарканд, город такой есть в Средней Азии. А в Москве бомбежки начались, я, конечно, согласилась. Да как же, ведь там же жара, пески. Пески ерунда. Да я про детский сад говорю. Да плевать мне на детский сад. Я там в распределитель устроилась. Вот тут вот все было в моих руках. Передо мной простой девкой такие люди плясали, что я даже сама удивлялась. У меня такие знакомые завелись, что у любого другого генерала таких не бывает. Один кинорежиссер предложил меня снимать в кино в роли солдатской жены, но исключительно за мою красоту. Ох уж и снабжала я этого режиссера, смех прямо. Ну, потом заведующего посадили, продавцов всех сменили. И бросилась была я к этому режиссеру, который хотел меня в роли солдатской жены снимать. А он меня не узнал, что ли? А потом что? Ну, потом война кончилась, отвоевались. И вернулась я обратно в Москву. Эй, эй, гляди, 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 хороши хозяева пригласили в гости, а сами скрылись. Видно, куда вам пора. Да? Да. Жаль. А я хотел с Настасьей Пантелеймановной кадриль станцевать. Ну да. А. Ничего не получится. А. Нет. А ну, гармонист, давай. С удовольствием.
и Лимон Кузьмич. А? А, Нюра. Что скажешь, Нюра? Мне нужен он Паулу. Она у вас остановилась. Он упал? Ага. Не водится у нас Нон Пауна. Ой, да вон же она, Нон Пауна! Нон Пауна! В чем дело? В чем дело? Вы просили зайти вечерком. Ой, а я тебя и не узнала. Mm-hmm. Ну, заходи, заходи. Заходи. Это моя старая знакомая. Здравствуйте. А ну, бабоньки, пойдем ко мне. Я вам кое-что покажу. Проходи, проходи ко мне в комнату. Проходи. А мужички нас подождут. Нонна Павловна? Да, Нонна Павловна. Так удобнее и красивее. Нонна Павловна. Чудно. Ну ладно, хватит. Закури. Соловей, соловей. Беломорский Ленинградский. Не тревожься, солода. В Москве это очень модная, изящная вещь. Посмотрите, прекрасно, да? Вот к вашим глазам это очень подойдет. Пожалуйста, вам, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой, изумительно, изумительно. Вот это к вам очень идет, очень идет. Гражданочки, кому зеленый, красненький, пожалуйста, прошу вас, всем хватит, гражданочки, не волнуйтесь. Бабуся, для вас тоже найдется. Пожалуйста, здесь как молодец. Изумительно, изумительно. Это же изящная вещь, всего 100 рублей. 100 рублей? Это не по мне. Что, я министерша, что ли? Напрасно, гражданочка, пожалеете. Ой, а у меня дешевле. Тут ярлычок, вот 60 рублей написано. Ну, мало ли что написано. Это не важно. Мне дорога тоже что-нибудь стоит. Пойди-ка, достань за 60 рублей. У меня такие за 120 руками оторвали. Ну, гражданочки, берете или нет? Я ведь никого не неволю. Покупатели найдутся. Настя, я возьму. Ой, я тоже возьму, а ты? Вот хорошо. Не прогадай. Тогда я возьму. Бабьи дела. Бывает. Ну что ж, брат, пора по домам. Может, еще? Да не уж пора, Филипп. Все, до свидания. Слушай, выходи, милая, пошли домой. Руня, пора. До свидания. До свидания. Приходите завтра вечерком-то. Придем, поторгуемся на досуге. А что торговать? Я ведь по дешевке отдаю. Хорошо, по дешевке. По 40 рублей. Да, на шутки. Ну, идем, идем. Да ну, а жить-то как? Даша-то где? Даша-то где? Даша? Осталось? Вот молодец. Иди, выбирай любой. Я тебе по номиналу отдам за 60 рублей. Поскольку ты мне почин сделала, только не говори никому. Нет, мне дешевле не надо, мне как всем. Вот, пожалуйста, вот деньги. Вот тут 80 рублей, а 20 рублей я завтра утром принесу. Честное слово, я принесу. Как знаешь. Подожди, деньги счет любят. 75, 80, правильно? До свидания. Даша, а тебя там ищут. Я сейчас. Ой, что-то я проголодалась как. А ты садись, покушай. Давай выпьем, а? Настенька, скажи мне, ты сейчас где работаешь? А я в пресс-туратуре работаю. Это что же, машина, что ли, такая? Угу, вроде того. Раз зарплата небольшая, я за зарплату не гонюсь. Ну и правильно, правильно. Ведь не в деньгах счастье, а то, что ты на машине работаешь, это очень хорошо. У тебя все-таки в руках специальность. Глупый ты, Даша. Это не машина, это аппарат такой для газированной воды. Ох, я за свой выходной день столько заработаю, что твой механик за 2 месяца не заработает. Будь здорова. Я за свой выходной день все магазины войду. И на такси объеду для скорости. Лекких товаров нет. Я их куплю, а потом, пожалуйста, к вашим услугам. Только цена будет другая. И ты не боишься? Да ведь это же вред. Вред государству и людям. Вред.
Ты посмотрел бы, как меня встречают, когда я по домам хожу. А государство от меня не обеднеет. Государство у нас не бедное. Но ведь не всегда же будет каких-то товаров не хватать. А как все наладится, тогда что? Тогда? Фу. Водка у тебя простая, не привыкла я к этому. В общем, ты за меня не беспокойся. Я себя найду. Захмелела я что-то. Сестренка моя дорогая. Даша, води гостей, проводи. А ты не засматривайся на меня, Филимон. Я не враг своей сестре. Настенька, ты что это? Так. А где же все? Ушли, светать скоро будет. Пора уж. А ну их всех. Ой. Черт, отплясалась. Теперь лак сойдет. Ой, луна-то какая. Я в городе ее и не вижу. И звезд тоже. Будто их нет вовсе. Настенька, а может быть, лучше было бы, если бы он остался? Ведь ему сейчас бы годков 20 сравнялось. Кому это? Ребеночку, которого ты извела, что ли? А Муара не собирался на мне жениться. Это все равно, ребеночек был бы твой. Зачем мне был нужен? Эх, давай лучше споем нашу, любимую. Да ведь это ты была мастерица, я ей только подпевала. Как слова-то я забыла. Девчата встречают весенний восход. Встает он такой молодой, что кажется, парень любимый идет, и солнце несет над землей. Спать пошли. Чем это ты там мажешься? Что? Говорю, мажешься. Чем? Это мазь такая для лица. Настя говорит, надо свое лицо беречь.
Ага. Тебе что, это не нравится, что ли? Да мне-то что? Хорошо так, Филя? Плохо. Плохо? Не нравится, я вижу, я все вижу, все вижу. Что? Что ты видишь? Любил ты Настю? Ответ не любил? Ну, что ты молчишь, отвечай. Любил. Перестань, Лёша. Уйди, ну, уйди. Перестань, брось. Кажется, что любил. Не врёшь, любил. Любил, я вижу. Да, да. Уйди от меня. Вот дура. Да разве вас можно сравнить? Люди уезжают в город учиться, а она через 20 лет в родную деревню наживаться приехала платками торговать. Позор, соседей стыдно. Сказал-то, как при стураторе работает. Вот так она при всей нашей жизни состоит, барыши с нехваток собирает. Даш, ну брось, Даш. Филимон. Что Филимон, Филимон? Я как был Филимон, так и остался Филимон. Она Нонной обозвалась. Лучше б ей назваться Жучкой. Тише, ты, тише. Жучка, Жучка она и есть. Кто ее поманит, перед тем она и служит за сладкий кусок. Ты же манил ее, еще как манил. Что-то она только не больно согласилась. Значит, плохо манил. Не было у меня в ту пору сладкого куска. А Жучку известно, чем приманить можно. Хватит, хватит. Это все-таки моя родная сестра, понятно? Понятно. Даш, Даш. Ну, брось, Даш. Ну. Ох, и дура, что все-таки. А смотрел на нее вот почему. Ох, думаю, повезло мне, что с ней свою судьбу не связал. Какой бы я был теперь, ведь человек от человека зависит, а жена. Знаешь, как я людей проверяю? Как на фронте. Могу я с этим человеком в разведку идти, не подведет? Так вот, с тобой мне ничего не страшно. Ох, люблю же я тебя. Ладно, ладно. Жалко мне, как Настю. Ой, как жалко. Зачем пришла? А? Настенька. А! На Жучку пришла, смотри. Да, на! Жалеет меня, жалеет! Да как вы тут в деревне-то живете? Тьфу! Не на что смотреть! А как я в городе живу? Я как в городе живу. Да смотри, как тебя Филимон одевает! Как Филимон тебя одевает! И как я одета, смотри! На, завидовать вам надо! Завидовать вам надо мне! Нашли несчастную! Уеду к черту! Уеду! Сейчас же уеду к черту! Подумаешь, родные! Родная деревня, я тут часа не останусь. Прожила без вас 20 лет, да еще проживу столько, сколько захочу. О, черт, а. Жучка, Жучка, надо же, а. Жучка, мужик, вот мужик сиволапый. Ступай, на сеновал к ребятам ступай. У нас отдохнешь, все наладится. Наладилось. Ступай, ступай, я. Никуда я не лягу. Никуда, я с тобой. Ступай, я хочу одна остаться. Ступай, Даша. Ну хорошо, хорошо. Ой. Сестренка ты моя дорогая.
Ну, чего? Товарищ миленький, подвезите до станции, пожалуйста. Вася, подкинем. Садись.